Ребят, к нам привезли стекло на полное восстановление. Мы здесь будем выполнять шлифовку. Но это стекло не сильно зацарапано. Мы хотим вам показать, насколько глубокие царапины мы можем убирать. И поэтому сейчас мы его зацарапаем еще больше. Блять, что делать теперь? Хорошо, что у нас есть другое стекло, мы покажем на его примере. Мы сделали половину стекла, чтобы вам наглядно показать, что мы можем сделать с вашим стеклом.